Жители села Майтубе Таласского района Жамбылской области просят помощи у местных властей. У них до сих пор нет обещанного газа. Это при том, что газопровод расположен совсем близко от аула. О проблемах сельчан чиновники знают, но пока безрезультатно. Поэтому о голубом топливе людям приходится лишь мечтать. Проведут ли в село природный газ, расскажет Анастасия Сулейманова. Голубое топливо – давняя и заветная мечта жителей села Майтубе. Готовить еду и обогревать дома сельчане привыкли по старинке – с помощью дров и кизяка. Говорят, так намного экономнее. Закупить уголь не всем по карману. Не менее 5 тонн. Вот считайте, по 22 тысячи каждый тонн угля. 125-130 с перевозом, вот так выходит. Обещают районы. Толка нету. Как в давние времена таскаем кизяк и дрова. Нашим женам приходится разжигать огонь в любое время года. Это большой труд. Жители недовольны, что власти не подводят в село газопровод, до которого рукой подать. По словам сельчан, эта проблема поднимается лишь во время выборов депутатов и годового отчета акимов. В любое другое время людей никто не слушает. Ежегодно этот вопрос поднимаем при приезде акима и депутатов, но его никто не решает. Мы живем будто в 19 веке. Вот же газопровод проходит буквально в километре от нашего села. Когда поднимаем шум, обещают решить весной. Местные власти и депутаты спрашивают о наших проблемах. Мы говорим, что газ в село нужно провести. Они нам обещают. А когда становятся депутатами, то просто забывают о нас. Газопровод, который проходит возле села Майтубе, протянули еще в 1986 году для обеспечения голубым топливом моногорода Каратау. А вот газораспределительную станцию высокого давления так и не построили. Только после ее возведения село Майтубе можно будет обеспечить природным газом. Подали заявку на разработку проектно-сметной документации. Сейчас мы готовим проект. Если он будет подготовлен, то мы его представим в областной акимат. При его утверждении и выделении средств будет проведен магистральный газопровод в села Майтубе и Кожагаппар. По словам местных властей, дело сдвинулось с мертвой точки, а именно начато строительство газораспределительной станции Каратау-Беликоль. Как скоро сельчане дождутся заветного газа, теперь покажет только время. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Жамбылская область. Итоги дня.